Всем привет, сегодня посмотрим постройки мастера. Давай начинать. Это еще самого веселого. Тут файлы как бы есть. Так, получается, можно пользоваться конфетами и кнопками. Строить и массово нельзя. Хорошо. А что тут вообще за карта? Ну, как бы, карта частично на прохождение, но, честно скажу, я ее в некоторых частях не доделал. Так, тут я нажал на поршень как-то. И нажал на кнопку. Угу. И вот здесь тоже самое. А, вот еще одна кнопка. Так, это типа квест, да? А вот под этим кустиком ничего нет. Нет, ничего там не было. Так, все, я открылась дверь после того, как я нажал на несколько кнопок. А что теперь? Портал. А, там портал. И куда угу. я попал? Оружие, наверное, пригодится. А нет. Угу. Так, тут какая-то клавиатура, а она я отличается тут... камеры. Да, пытался сделать. Вот мышка, хотел сделать, чтобы если нажать на нее, там этот... Вверх будет, но как-то не сработает. Так, тут пушка и еще что-то. А тут как пройти? Ну, чтобы туда пойти, нужно одну кнопку там, далеко. Мне конфета нужна. Ну, конфета где-то тут спрятана, она вот прям невидимая, ее видеть тяжело. Вот она. Она возле лестницы. Сейчас вот уберу это, значит, вот. А. Я там буквально самый точный вот выставил. Так, вот а вот тут куда проход? Пойти. Тут кнопка тоже. Угу. Ну вот, как бы можно попасть в это помещение, где вот там остался механизм, то есть нужно взять, нажать на эту кнопку, чуть-чуть потолкать, и все, можно тут залезть. Ну, я ее не доделал, тут ничего нет. А что тут вообще произошло, чтобы это открылось? Ну смотри, я на маску поставил фиксирование и зафиксировал пружину, то есть, чтобы она не работала, то есть, чтобы она... Ну, не расходил. А вот потом, когда ты нажал на кнопку, масса убралась. А, вот я понял. Открылось. Теперь можно потолкнуть и пройти сюда. Только тут ничего нету. Так. Тут бумаги тут делал. Что-то похожее. Давай тогда смотри следующую постройку. Куда тут бежать, не? Хорошо. Все, я тут. Давай. Сейчас. Это что? Ну, машина как бы для продавливания направлений. Для продавления направлений? Двери открываются, закрываются. Тут. Так, можно. Дверь от капот. Там вот тоже. Кнопка посередине закрывает. Вот. Да, кнопка посередине за капот. Еще есть одна кнопка. Да. Ну, как бы. Двери, да? Да, дверь. А еще что? Так, тут есть пушки. Тут пушки есть. Так, сама управлять. Машина может ехать. Они стреляют. За так. Дверь сидеть можно пушками управлять. То есть вот, я сижу и тут можно управлять. Так, сейчас попробую. А пушка только вот так делает, да? Сейчас. Ну, так. Вверх-вниз. ЛТГ. Это пушка тут. Ну и стреляет. Для самолетов, что ли? Ну, как бы да, против самолетов. А вот эта вот пушка против танков, что ли. А где танки? Ну, а танки я еще не доделал. Слава, а как это? Какую кнопку, чтобы стрелять? А кнопка? По-моему, левая кнопка мыши, если не ошибаюсь. А, да. Левая кнопка мыши. Ну и пушка может поворачиваться. Угу. Так, хорошо, давай дальше. Угу. Вот я мотоцикл. Вот я вроде мотоцикла делал. А почему он тут стоит? Ну, типа, ой. Вот, а есть еще точка для активации чего-то. Тут активация есть. Но это для пушек. Я вот поставил вот из этих. Огонь идет. Ну, обычно, когда делают мотоцикл, все делают свои колеса круглые. Ну, ты поставил колесо, и тут блок рядышком. Похоже было. Угу. Ну, как бы фантазия небольшая. А почему я тут вот так сижу и даже не касаюсь руля? Может так? Так получше немножко. Сейчас сяду. О, так держусь. Вот так правильно пользоваться. Угу. Так, хорошо, давай следующую постройку смотреть. Угу. Ой, что там внизу делаешь? Так, сейчас маленькую конфетку. Следующая постройка была у меня плазмилка, то есть для фаха золота. Вот берем, то есть вот эту вот постройку, проходим на ней до конца. А как? Потом берем, ну как бы сейчас повыше там, чтобы... Ай, так, ну вот так, да, получается, на ракете? Да. Ой, это да, же долго. Походишь до конца карты, потом берем, ставим одну кожу под конец, ну, под начало, чтобы зачиталось, чтобы на уровне. А, ну я понял. Ставим здесь вот, или по,
чуть-чуть подождем вот в начале, чтобы засчиталось, а потом походим вот до конца. Это типа фармилка, но только не АФК фармилка. Да, не АФК фармилка, но это фармилка для золотых блоков. Я благодаря ней где-то 150 золотых блоков получил. Ну давай попробую до конца долететь. Я нашел способ, как на этих ракетах быстро летать. Одну включаешь, потом их чередуешь. Тогда вообще быстро. Это да. Так, все, а куда мне лететь? Конец прям? Ну да, потому что конец. Главное, чтобы ты не дотягивался до специальной зоны, которую я ломать буду, и все как бы. А куда поставить-то? Да в любую, чтобы она, главное, не сломалась, и все. Поставь, а ты можешь побольше. Фиксацию включить в нее? Фиксацию, да, могу. Стой, пока не включай. Угу. Когда я до конца долечу. А, нет, тут летающие тарелки хотят меня забрать портал. Mm-hmm. Ну, можно вот тут на столбик поставить, в принципе. Mm-hmm. Ты пока второй портал подготовь и повези его там, куда надо. Mm-hmm. Хорошо. Так, все, я уже в конце. Где-нибудь тут поставлю. Mm-hmm. А я ракеты-то выключить не могу. Вот, все. Все, я поставил. Можешь включать фиксацию. Хорошо, сейчас. Так, первая часть поставлена. Так. Давай, тащи его. Сейчас, я поставлю вот второй портал. На первом. Главное испытание. Только, чтобы цвета не перепутать и все. Так, вон там, у водопада поставил. Хорошо. Да, да, вот. И ее тут фиксацию надо, один портал. Фиксацию включил. Так, получается, прохожу через все порталы и прыгаю прямо к сундуку. И он меня кушает. Ну, я сразу, главное, чуть-чуть дольше подождать, все, и будет получше. Сейчас, тут поставлю портал. То я тут все. Подумал, короче, вот, то есть здесь вот будет портал, чтобы полегче было. Ешь конфету, тут чуть-чуть подождешь и можешь сундук. А да, мне реально портал. Золото дают. Сейчас я еще подробнее посмотрю. Но только вдвоем не надо фармиться, то он так хорошо. Будет. Ну нет, ты тоже можешь. Очень простая фармилка, даже вот двух, даже одного портала хватит. Да, вот я, получается, два. Беру конфетку, прыгаю в портал, который тут рядом стоит, немножко жду, ой. Ну, конфеты как бы для скорости, чтобы быстрее было. Немножко подождал, иду в синий портал и прыгаю прямо в сундук. И... Да. И мне дают золото и золотой блок. Ну, если да, вам вот сложно построить АФК-ферму или не хватает ресурсов для АФК-фермы, то таким способом можно много фармиться. Угу. Тут даже одного портала хватает, если в несколько слотов сохранить. Вот ты, это один слот. Там второй слот, там третий слот. Ну, я это и делал как раз. Я вот пал делал вот так вот. Просто когда надо поставить два портала на один этот, это уже надо... Ну, минимум нужно два портала, но их всегда можно получить с помощью промокодов. Ну, но фармилка... Ну, вот это уже убрали, если я не ошибаюсь. Промокоды не убрали. Ну, промокоды... Те промокоды, которые на порталы, они всегда работают. И на тортики тоже навсегда работают. Они всегда будут работать. Это для стартовых ресурсов. Так, давайте начинать. Mm-hmm. Давай следующую постройку смотреть. Погнали. Только коллизию надо все всего убрать, чтобы упало. Сейчас, если у меня найдет. У меня просто только не слишком много. Но я не знаю даже. Показывать колесо, потом я фармил. То есть, знаешь, баг вот с колесом, что можно легко пойти. Это не баг, это называется фармилка. Ну, фармилка. Ну, и как бы показывать, думаю, уже не стоит, а вот проект. Может, недоделанный, может, если сказать, я его еще не доделал, ой, работает только одна башня. Можешь перезапустить его, а то он, меня задавил. Конечно, сейчас. Да! Фишка, получается, конфетка мешает, и все, как бы. Ах, ну ладно, пусть так будет, а это что такое? Ну это как бы была башня, я просто, я тоже не доделал еще. Да типа танк с двумя пушками, и на каких-то вообще странных колесах. Ну, как бы, гусеницы у меня очень плохо уходили, а вот колеса, наверное, не получилось. Так, сейчас заходим внутрь, и тут такие колеса вообще. Я не знаю, как он на таких колесах едет, ну ладно. Так, а куда идти надо, чтобы управлять? Ну, я жалко, я еще не доделал, он еще не работает. Фиксацию можешь отключить? Да, сейчас фиксацию выключил, просто он это... А, он работает. Он приклеен. Надо воду включить. Да, сейчас, погоди. Воду включать надо. Ну вот пушка как бы поднимается вверх вниз, как первая башня. Ну и стрелять. Вот нажимаешь на кнопку пушки и стреляешь. Ну, тут пока не доделана пушка. Она вообще тут динамитом будет стрелять, наверное. Да, я собирался. Да. Я вот понял, бах, короче. Если берешь, ставишь магнит, включаешь, выключаешь
А вот блок отлетает. Я это хотел использовать для снаряда. А, вот. Это типа снаряды, которые сами летать умеют? Типа того. Снаряды, которые сами летают. Понятно. А где тут? А как на нем ехать? Надо воду включить. Воду включаем. Сейчас. Так, ну давай попробуем на этом покататься. Хорошо, сейчас. Так, а где тут? Можно я попробую? Ты да, конечно, там вот сиденье есть, я ж не регион. Так, а как ими включающийся момент побольше поставь? Хорошо, потом так поработал. Еще больше надо. А мне кажется, потому что они разных размеров или не привязаны. Не, они привязаны. Крутящий момент. Нажми выделить все и крутящий момент, где у всех побольше вообще. На максимальный поставь. О, теперь оно едет. Правда, неправильно немножко. Оно перевернулось. Немножко пошло не по плану. Возвращаемся на базу. На базу возвращаемся. И загружаем следующую постройку. Ну, следующего у меня нету. У меня вот это вот осталось. А, хорошо. Так, да ты где? Сейчас. Ну все тогда, спасибо тебе, что показал свои постройки. Пока. Пожалуйста. Ладно, пока тогда.